Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про якутскую лошадь. Якутская лошадь – невероятно выносливое животное, которое может жить и питаться на открытом воздухе при самых неподходящих для этого температурах, как при плюс 40 летом, так и при минус 60 зимой. Эта аборигенная порода была выведена в Якутии народной селекцией под сильным влиянием естественного отбора. Они у нас круглый год содержатся под открытым небом. 90 с лишним процентов кормов добываются. Мы их только подкармливаем. Поэтому они вот такие у нас приспособлены к суровым зимовкам. Да? И вот густая шерсть, длинная, вырастает у них. Якутские лошади отличаются коренастым телосложением. У них короткие крепкие ноги и большая голова. Рост в холке у представителей породы обычно составляет от 138 до 145 сантиметров, а вес, как правило, колеблется от 400 до 500 килограммов. Ну, характер, как и у людей, разный, но все-таки северные лошади, нрав у них более такой жесткий, чем у заводских пород. Они, конечно, неприхотливы, но к человеческому вниманию меньше приучен. Дело в том, что мы их содержим вольным способом, в конюшнях не держим. И жеребята, когда рождаются, они до 7-8 месячного возраста человеческих рук не знают. Вот поэтому у них, конечно, характер более сложный. Якутские лошади – это животные мясомолочного направления. Их молоко богато йодом, кальцием и аскорбиновой кислотой. Мясо якутской лошади отличается жирностью и калорийностью. Заводчики породы утверждают, что употребление мяса якутских лошадей помогает при лечении заболеваний печени, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта. Якутские лошади часто используются в качестве передвижной силы. Эти животные очень выносливые, они без проблем могут проходить большие расстояния. Якутские лошади неприхотливые, они способны долгое время жить на улице и умеют сами находить себе еду как летом, так и зимой. В холодное время года они разгребают копытами снег и кормятся травой, которая находится под ним. Ну, мы ухаживаем по мере возможности, мы их собираем два раза в год, это осенью и весной. Ну и у нас есть раскольные станки, изгородь, туда их собираем, проводим за ветеринарные мероприятия, ухаживаем, стрижем волосы, проводим прививки, и, конечно, мечение проводим. У нас мечение раньше было таврением, горячим методом, сейчас микрочипированием тоже используем этот метод. Ну и, конечно, сейчас больше внимания уделяем жеребцам, которых мы объезжаем, ездим на них, с некоторых объезжаем, а некоторые вот у нас становятся жеребцами-производителями и для воспроизводства. Якутские лошади отличаются крепким здоровьем. Это животные долгожители. Средняя продолжительность их жизни составляет от 25 до 27 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!